Очередная распаковочка. Всем привет. Смотрите, два ящичка сегодня. Какие-то легкие. Один банановый и один большой. Смотрите, высокий. Что там, не знаем. Сейчас будем смотреть. Просто куча бумаг. Я сейчас все вытяну, потому что сильно, сильно много. Там эти яичные лотки. В общем, как я понимаю, тут мало, но что-то ценное, что так замотано. Так, тарелочки, наверное, скорее всего. Снизу, видите, сколько бумаги, труба. Так, не знаю, видно вам, не видно. И все, ящик пустой получился. А, нет, там еще один слой. Ладно, потом. Ну что, друзья, начнем, пока здесь никого нет. Что-то легенькое такое засунуто в коробочку. Только что повезло, купил 41 ящик. И если вы не знаете, АТБ продает, если вы с Украины, АТБ продает ящики по 0,99 копеек. Так что вот, пользуйтесь моментом. И это самое лучшее, вот куда слаживать товар. Есть узкие ящики, можно чашку, например, положить. Тарелки уже в более такие твердые ящики. Ага, вот, смотрите, ребята, красотка. Вот она какая, смотрите, малесенькая. Малесенькая прорезная, ручное рисование. Так, еще слейбочка, декор. Ну, в общем, надо читать. Смотрите. Красота, да? Красота. Первая красота. Так, скорее всего, тарелочки. Вот. Ага. Наверное, какие-то трио. А может, нет. Да, может, даже и набор. О. Чем черт не шутит, как говорят. Так, это все одинаковое. Если это тоже, то мы отключим. Да, это такие точно. Давайте отложим, чтобы, значит, набор получается какой-то. А, может, какие-то трио без набора. Все, это большие тарелки. Это вот такие тарелки. Получается, еще где-то должны быть чашечки. Ну, скорее всего, что это тоже. Там еще есть. Да, такие точно. Не будем тратить ваше драгоценное время. И вот что там. Угу, то же самое. Значит, снова у нас чего-то много. Так, дальше. Да, тоже зеленый. И это большое. Ага, вот это уже друг. Ух ты, ёлы-палы, смотрите. Так, ага. Ага, вот это да. И ничего нет, к нашему сожалению. Что-то звенит, а? Неужели что-то вот стряслось? Неужели что-то случилось? Так, другая. Другая такая, смотрите, да, какая. Ага, здесь уже что-то есть. Мандарин написано. Кто любит мандарин? Кто любит мандарин? Так, мотаем, мотаем. День сумасшедший, день сумасшедший. Уже в городе был. Смотрите, такое не было никогда. Ну, что там? Не вижу. Ну, скорее всего, английская, да. England. Значит, как получилось? И ценники, да, вот у нас мы вешаем двое ценников. Одни желтые, другие не желтые. И вот получилось, что желтые закончились. Там, где я брал, в магазине нету. Так, что-то замотано. Ребята, смотрите, вот это. Неужели такая ценность, а? Неужели такая?
Такая ценность, что ее так вот это вот надо было запеленать, можно так сказать. Что же это такое? Смотрите. Да, оно красивое, такой подносик. И Бавария. Ну, дальше. Мы ждем продолжения. Да? Что же это такое, что так он уже замотал? Вот эту тоже так уже запеленал. И пришлось, и кончились ценники желтые, другие. И не очень у них видно. Ну, видно хуже. И вот пришлось ездить и ездить. Так, я буду мотать, потому что тут что-то такое замотанное, непонятно как. Как будто какая-то коса на 3 метра. Ой-ой-ой, смотрите. А? Красотка какая, да? И, скорее всего, Вальтер Глаз, потому что вот эти, скорее всего, надо у них смотреть такое. Ну, красотка, да, красотка, она красотка. Ребята, когда такое, душа поет. Так, дальше кромсаем. Тут, наверное, могут, и если это набор какой-то, то могут чашки быть. Да, скорее всего, тут ничего интересного. И целый ящик, наверное, чашек. Да, все. Это такие трио. Ну, я просто не знаю. Если там что-то будет другое. Вот это, наверное, что-то. Ага, сливочник. Так это, слушайте, это может и набор сейчас. Есть тут что-то большое? Да, вот и сахарничка. Это шикарный набор получается. Угу. Так, а чайничек. Все, тут чашки. Значит, мы отключаемся, потому что я спешу. Даже, видите, не допил кофе, начал снимать. Все, сейчас это все уберем и следующий большой ящик. Пришлось все вытянуть, потому что очень большой ящик. И вот эта куча с него. И сейчас мы с вами вместе будем смотреть, что там. Ну, много высокого, значит, какие-то вазы или что еще может быть. Не подлезешь ножницами. Так, везде позакрыло. Ага, что-то такое небольшое. Ну, мотаем, да. Какая-то очередная кружевная налипная красотка. Смотрите. Так, показываем. Вот она. Бачите, налепочка. Снизу тоже интересно сделано. Давайте следующую. Наверное, можно и ножницы. Так, разматываем. Белоснежная, смотрите. Какая белоснежная. Вот такая. Смотрите. На маленькой ножке. Следующую. Так, люди, сейчас я отключу. Так, люди ушли, мы продолжаем. Потому что здесь и много. Если человеку стоять там 10 минут, то не каждый вытерпит. Просто люди заходят как какой-то музей. Ух ты, такой цвет. Ребята, смотрите. Да, какое. Интересное. Какое-то. Так, падают эти наши.
Какое-то интересное. Только вчера у нас и видео было. Ну, посылочка тут же следом. Так, соль какая-то, наверное. Сейчас, наверное, ванны принимать. Это дорогое, дорогущее просто удовольствие. Вот это да, смотрите. Ну, даже не знаю, может, даже и что-то такое, и современщина какая-то. Ну, красивая. А может и нет. Надо все пробивать. Все смотреть, все изучать. Хорошо, когда есть время. Так, что-то зеленое такое. Ну, да, какие-то вот необычные, да, необычные формы, необычные. Угу. Шик, это шик, смотрите. Этот рисуночек Германия. Бавария. Да. Ребята, шедевр, смотрите. Рельеф и сверху рельефа. Такая красота. Так сделанная. Так, это две посылочки. Еще вроде в пятницу или в субботу две придет. Еще что-то зеленое, необычное, пузырчатое. Пузыри есть этому название. Пузырям есть название. Вот, смотрите. Да, такой тоже. Интересный. Так, что-то высокое. Что-то высокое. Надо разрезать. Угу. Много-много. Так. Угу. Так, что тут такое? Здесь какие-то львы. Видите, вот оно такое. Какая-то такая вазочка. Так, что-то тяжелое. Это тяжелое. Угу. Что-то в чипсах. В банку из-под чипсов замотал. Ага. Да, фантазирует. Тяжело. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите. Вот это уже просто. Да, ну ладно, крышечку мы снимем потом. И, ребята, смотрите, какое. Так, сколько там остается? Чуть-чуть. И еще немножко, еще чуть-чуть. Так, снова человек ждет. Ну. Так, то же самое, красота. Не думал, что сегодня видео будет, не взял эту палку. Германия, бачите, да, то же самое Бавария, вот такие ромашечки. Сверху рельефчик. Так, какие-то плоские. Что-то плоское, маленькое. Весь в этих опилках. Замотано. Давайте смотреть. Что-то тоненькое. Что это такое? И вот что-то такое. Не знаю. Чайная пара, не чайная пара. Ну, в общем. Что-то.
Интересно. Так, вот это вот что. Значит, я не вижу. Я не вижу чайника на тот набор. Получается. Да, вот такая вторая. Ну, какие-то баночки. Можно, да, можно в ванну поставить. Вот. Видите, используются лотки яичные. Какая-то, какое-то блюдо. Так, рельеф вижу. Угу, красивейшее. Красивейшее. Смотрите, вот такое с рельефчиком. И такая деколька. Что это у нас такое? Порцелян. Ну, в общем, вот такой какой-то. Какой-то такой красивейший порцелян. Все, мы распаковали две посылочки. Сейчас я это все расставлю. И может даже прилепим цены и выставим. Финал распаковочки сделали с ценами и с номерами. Смотрите, вот эта красота, которую я показывал, видите, рельефная. И такая вот деколь. Ну, действительно, да, действительно красивая, что довольно редкая. Вот такой производитель. Вот это вообще шедевр из шедевров. Смотрите, мейсоновский рисуночек. 600 гривен, второй номер. Вот такой производитель. То же самое Бавария. Вот это, наверное, купили для патриотов. Видите, голубое с желтым, скорее всего. Ну, все патриоты, вы знаете где, да, куда они уехали. Вот, и 450 гривен третий номер. Уехали, получили гражданство и живут припеваючи, как говорится. Так, вот такой кобальтовый. Смотрите, да. Вот это, не знаю, или это так выливалось, или это потом налепливалось. Ну, какая была в те времена технология. Ну, пробка, она вот и пустая в середине. Значит, какое-то литье. Кобальтовый такой, такой, конечно, впервые. Пятый номер. Пятый номер, смотрите. Какие-то львы, да, что-то, какая-то мифология, или китайская, или японская, ну, скорее, наверное, китайская. Видите, китайские вазы, да. Ну, вот такая красота, смотрите, 500 гривен, бачите. Так, вот такие баночки. Ну, я думаю, это баночки. И может, кто-то думает, что это вазочки. Может, это баночки, там, соль, например, да, морскую для ванны. Но это мне так, что-то так пришло. Пришло на ум. Хотя, может, это и вазочки. Вот, смотрите, какие они. Шестой и седьмой номер. Цену вы видели. Вот это пузырчатая. Пузырчатая красота. Смотрите, какой носик у нее. Ну, интересно. Да, зеленый цвет. И довольно редкий. Да, непонятно, почему. Цвет красивый, а выпускают маловато. 100 гривен, 9 номер, розочки. Смотрите, кто любит розочки. Ну, я думаю, женщины все любят. Вот, можно и так, наверное, какое-то мнение услышать, да, что если все время дарили тюльпаны. Ой, а мне тюльпаны больше нравятся, да. Можно, наверное, такое услышать от женщины. Да, если бы дарили розы, то нравились бы розы, смотрите. Да, такой маленький, не знаю, что он его так замотал. Ну, как-то так, столько потратил.
на него. Вальтер Глаз. Вы видите, да, что у меня прогресс. Я такие уже вот и запоминаю, что просто-просто. И то же самое, какие-то цветочки, матовость. Ну, в общем, красота. Красота, да и только. Смотрите, какая ножка. И вот так оно все сделано. Красивейшее, да? Красивейшие, красивейшие вазочки. И вот такое милейшее создание, смотрите. 550 гривен. Корона. Видите, да? Ну, интересное. Красивые. Так, 13 номер, 550 гривен. Смотрите, такой букет полевых цветов, наверное. Ромашки какие-то вот еще. Вот, смотрите, то же самое. Ага, выбито в тесте, то же самое, Германия. Вот такой кобальт интересный. Так, 550 гривен, вот такой поясочек, такая ножка. Ножка, красотка. Так, обходим, обходим и столб. Здесь у нас, смотрите, видите, да, вот эта красота, я ее привязал, чтобы она не упала. Очередной чемодан купил для нового магазина. Видите, какая работа? Купил ящики и черные, пришлось из машины все это сюда принести. Вот это получается, пришло 2 ящика бумаг на 4. Видите, 4 ящика бумаг, смотрите, получается. Так, вот это мы думали набор, но это не набор, нет ни заварника, ни кофейника, смотрите, но зато какое, какое нежное и красивое, по 400 гривен, Бавария, Бавария, ну чайная, да, чайные такие интересные. Так, 400, 9 штучек таких есть. И вот такой сливочник-молочник. Смотрите, какая рифленость. Бачите, да? 200 гривен. И сахарничка. Сахарничка у нас 250 гривен. Смотрите. Внеземная, внеземная, да? Красивейшая вот эта форма. Вот такое нравится. И вот такая малесенькая, смотрите, 650 гривен. Прорезное, ручное рисование, 18 номер. И что сюда ложить? Какие-то мармеладки или что там, трюфеля. И вот такой производитель, смотрите. Ну, да, если есть у вас большая, рядом поставить маленькую, уже будет очень и очень. Так, какой там Ford Post? 1599 год написано. Значит, что-то в далекие. И в те времена. Смотрите, это у нас Англия. Только узнал, что мужики в Англии на пенсии уходят в 67 лет. Ребята, в 67 лет это труба. Как они там, бедолаги, до такого времени доживают и работают. Смотрите, ну да, там совсем другая культура. Там и вот это ручное фермерство, они там все экологические чистые продукты едят. Не то, что у нас тут. Вот, у нас какую-то бурду нам суют эти все. Ну, вы знаете сами, да? Так, 20 номер, 600 гривен, розочка. Смотрите, какая, ага, а ничего мы там не увидим. Вот это такая тяжеленькая, смотрите, такой букетик. И пионы, да, как я, мама выращивала, занималась цветами, наверное, это пионы. Вот, смотрите, такое самое. И вот такой производитель, какой-то мандарин. Так, добавил немножко интересного то, что сегодня принесли. Смотрите, часы, которые идут, это у нас и Полистоун. Это Полистоун, ну, простонародье как камень. Видите, камень. Каменные часы. Кухонная какая-то тема, но можно
фотографию вставить, да, где вы там на грядках стоите в определенной позе, ну, в общем, с вилами, с граблями, что у вас там. И вот, и здесь такая тематика, смотрите, как раз это для того. Ну, они рабочие. Вот такой сегодняшний большой хрусталь, смотрите, большущая, 200 гривен. Вот этот вот маленький, малесенький, смотрите, розочка. Сегодняшняя, это все носят с одного набора. Как я вчера говорил в видео, да, все высчитал сегодня с человека. Человек сказал, я больше так делать не буду. Какую цену вы скажете, так и будет. И Бабин Яр, смотрите, Бабин Яр, некрополь, більшряк для 100 тысяч людей. Жертвами нацистів стали переважно євреї, а також роми, українці, представники інших національностей. Ви знаєте, да, що таке Бабий Яр, от така монета, скільки гривен, давайте подивимося, 5 гривен, ця монета стоїть 400 гривен. Как говорится, земля, земля шевелилась. Да, их там один на одного расстреливали, кто-то остался раненый, в кого-то они попали, все падали. И потом ночью некоторые вылезли. И вот такая у нас и распаковка, такая продажа. Многие просят показать и наши полочки. Давайте, вот я сейчас пройдусь. Вот так у нас выставлен Мельхиор. Самогонный аппарат 100 гривен. Мельхиор, Мельхиор. Так, здесь у нас вот монеты. Украинские монеты. Здесь у нас вот серия медведи. Олимпийские мишки. Здесь и то же самое монеты такие уже. Медали. Принесли сегодня в Мариуполь, потому что купили все. И Мариуполь, Харьков, Волноваха. Ну, надо смотреть остальные. Киевщина. И там такие монеты у нас. Здесь у нас вот и открытки. Такой целый длинный ящик, набитый полностью пачками. И там такое все, сопилочки. И здесь вот значки, ну, часть значков. И просто как витрина. А там оно в ящиках уже, значки лежат. И вот такое мы тоже продаем. Смотрите. И здесь немножко сделали ножи. Вот, есть дорогие, есть вот обычные, смотрите, такие всякие, и всевозможные, бритвы, часы, и такая стопка. Здесь уже вот и более дорогие копии есть, вот, есть китайские копии, так, фонарики, такое все. И здесь вот так, ну, еще не доложил, это мы только сейчас делаем такую маленькую перестановочку. Значит, выставил зажигалки. Зажигалки для тех, кто собирает. Вот смотрите, сейчас они по 100 гривен. Разные, видите, есть редкие. И, в общем, разные для тех, кто собирает. И полочка Мадонны. Немножко здесь так, ну, такое, тарелки, все такое. Остальное все у нас... И на полках стоит эти наборчики, там чайные, кофейные. И здесь вот такое все на входе. Смотрите, хрусталь, такие всякие статуэточки. В общем, и немножко вот такого всего интересного, чтобы человек зашел и сразу окунулся в эту атмосферу. Так, такие наборы, вон там штофы оружия. Вот такой сегодня показ, и номера вы видели, да, вы можете звонить. Не знаю, все просят показывать полки или по новой снимать. Вы видите, да, в сколько рядов забито все полностью.
Вот, как-то надо, да, как-то надо все показывать. Ну, носим. Всем до свидания. Делаем заказики, получаем и радуемся.